Страшная судьба дочки Чуковского. Корней Чуковский женился 21 год. В этом браке появились на свет четверо детей. Самая младшая появилась на свет, когда писателю было 38 лет. Мария стала любимицей для отца. Мура, так называл свою дочь Чуковский, появилась на свет в 1920 году. Трудное время для страны и семьи. Именно для своей младшенькой Корней Иванович сочинял сказки и стихи. Когда девочке было 5 лет, отец выпустил сборник под названием «Муркина книга». Мария росла очень смышленной. Когда Муре было 7 лет, беда постучалась в дом Чуковских. Приступ аппендицита чуть не отправил девочку на тот свет, но на этот раз все обошлось. В 1929 году у младшей дочери Чуковского обнаружили костный туберкулез. Корней Иванович делал все возможное и невозможное, чтобы спасти Муру. Во время сильных приступов дочь просила, чтобы отец держал ее за руку и читал свои произведения. В 1931 году Муры не стало. Чуковский до конца своих дней не мог смириться с этой утратой. Больше новых сказок писатель не писал.